26 сентября в онлайн-формате пройдет образовательная акция для проверки знаний орфографии татарского языка «Татарча. Диктант». Акция будет направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, а также владению литературным татарским языком. 21 сентября в здании исполкома Всемирного конгресса татар прошла конференция по поводу будущего диктанта. Продолжается 5-й год, получается, да, этому мероприятию. Это мероприятие называется «Татарча. Диктант». Получается, это всемирное мероприятие. В этом мероприятии участвуют татары, живущие за пределами Татарстана, за пределами России. И вот мы все 26 сентября в 11 часов начинаем писать диктант на татарском языке. Казанский федеральный университет выступает в роли одного из организаторов диктанта. Уже 5 лет в аудиториях университета собираются как студенты, так и все желающие. Однако в этом году из-за пандемии правила проведения диктанта немного изменились. В этом году в связи с пандемией, получается, у нас будет небольшая аудитория будет организована, и говорили, что будут, эта аудитория будет только для студентов. Пока идет речь только об этом. Возможно, может быть, и в нашем университете могут прийти и другие участники, но это обсуждается пока. К слову, диктант проводится не только в Казани. Акция пройдет во всех субъектах Российской Федерации, а также в странах зарубежья. В Татарстане участники напишут отрывок из произведения татарского журналиста Ибрагимова Гази. Читать текст будет профессор Фуат Галимуллин. Проверять диктант будут филологи, профессора и доктора филологических наук Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.